нас уже завітала наша шановна гостя Вікторія Халілова. Вона майстриня і флорист студії декору та флористики-букетики. Вітаю тебе, Віка. Доброго утра всім. Тож сьогодні ми будемо виробляти ось такі гарненькі тюльпанчики. Наскільки я розумію, весна вже зовсім скоро завітає до наших домівок. І скільки необхідно взагалі часу, щоб виготовити ось такий букет із тюльпанчиків, із стрічок? Ну, так как я мастер, для меня, ну, мне понадобится примерно минут 5-7. Ну, конечно же, тот, кто как бы только учится, минуток 15-30. На самом деле это очень легко делается. И еще нам понадобится для того, чтобы сделать такие тюльпаны. Чтобы сделать такие красивые тюльпаны, нам понадобится флористическая проволочка, чтобы создать вот такой стебелек с тычиночками. Сейчас мы это сделаем. То ж мы берем стрічку. Да, специальная лента. Специальная проволочка и создаем такую вот тычиночку. Угу. Я так понимаю, что эта стрічка – это небыто такой декоративный скотч. Конечно. Еще и відривається сама. Конечно, легко. То есть вот создали примерно вот такие три штучечки. Угу. Еще мы робимо далі? Мы их соединяем и у нас получается вот такие вот тычиночки будущего тюльпанчика. И, конечно, нужно их соединить вместе, чтобы было красивенько и понятно, что это будет в будущем. Угу. Сколько взагалі можно поєднувати кольорів у цьому букеті, які стрічки можна брати, і скільки взагалі квіточок можна брати на букет? Букетик может состоять из трех, с пяти, семи. Главное, нечетное количество цветочка. И все это можно примить как букетиком или же каким-то либо топиарием, красивым вазончиком. Все это как бы оформить. У нас готовый стебелек с тычиночками. Угу. Потом нам необходим клей-пистолет. Такие вот ленты атласные. Они могут быть разного цвета. Вот какой вы пожелаете. Зажигалка. Необходимы. И мы сначала берем ножнички, вырезаем. И робим такие невеличкие на півколо. Да, создаем лепесток для тюльпанчика. Вышел у нас на півколо. Зажигалочка. И обрабатываем край. Это для того, чтобы краи не сатались. Конечно же. И где-то бы как бы пригнулись, как бы создалось эффект настоящего лепестка. Далее мы загибаем, создаем форму лепестка. И також будем подпаливать? Да. Для чего? Чтобы соединить. Пока горячая лента, она склеивается. Ух ты! Вот и готовый лепесточек. Когда мы заготовили небольшое количество лепестков, можно создавать тюльпанчик. А взагалі скільки пелюсточек нам необходимо на одну квіточку? Я думаю, 5-7 достаточно. У нас есть клей. Ой-ой-ой, немножечко мы... По-богатому. Да, ну ничего страшного, мы аккуратненько. И прикрепляем каждый лепесточек. Взагалі мы их прикреплюємо просто по кругу, чи у якійсь послідовності? По кругу, один за одним, немножечко наступая на каждый лепесточек. Угу. Додаємо наступну пелюсточку. Взагалі, ты как флорист, ты любишь работать с такими квітами чи с живыми? Я все люблю. Мне очень нравится работать, как бы нравится с декором, с флористикой, мне все это интересно. Вот в нашей студии букетики, вот может любой прийти покупатель и видеть, насколько у нас огромное количество декора. Также у нас проходят интересные мастер-классы для деток. Тож діташки також можуть приєднатися і зробити такий невеличкий тюльпанчик. І тюльпанчик, і какой-то либо топіарі. Це все дуже цікаво проходить, дівчинки все розказують, дітки там веселяться. А що до безпеки під час роботи? Тому що силикон гарячий, запальничка також це вогонь. Все как бы під контролем. Ми стараємося, щоб з дітками все було хорошо. Ось так ми вже приєднали. Я бачу, що ти трошки на низ спускаєш пелюсточку. Ну, как бы, да, чтобы немножечко было, как бы, и видно прямо внутри тычиночки, да, красиво. Так, дійсно, как справжній тюльпанчик. Да. Вот. Тюльпанчик почти готов. Сейчас... Я бачу, у нас навіть є невеличкі такі листочки для нашого тюльпану. Ми їх також виготовляли як пелюстку. Вирізали, да, точно обпалювали. Так, да. Вирізаємо форму лепістка. Зажигалочкою ми все це обрабатываем. И потом також будем приєднувати. Так, я заканчиваю. Ух ты!
теперь нужно как бы нам обработать стебелечек, чтобы было красивенько. Как мы будем его обрабатывать? Мы берем обычную ленту. Угу. Шириной она может быть 2 сантиметра или же 1.5. Кольору будь-якого, або зеленого? Зеленого, да. Как бы стебель он зеленый. И проклеиваем. Прокручиваем, проклеиваем. И в этот же момент не забываем, что нам нужно добавить сюда лепесточек. Угу. Наш листочек уже чекает. Мы его как бы так. И загортаем. Заворачиваем. И у нас ніби виникає така думка, що він виростає. Да. Боже, яка гарна квіточка у нас з тобою вийшла. Очень яркий, красивий тюльпанчик. Все-таки весна впереді. Ми робимо точечку клею. А я хочу сказати, наші дорогі телеглядачі, що ви можете зателефонувати до нашої студії і отримати ось такі гарненькі квіточки для себе. Можливо, подарувати якійсь своїй близькій людині, можливо, якомусь перехожому. І ось саме у цей день, коли святкується спонтанний вияв добра, зробити добру справу для будь-якої людини, яка поруч із вами. Такий красивий, так? Да? Ось така гарненька квіточка. Очень красивые тюльпаны. Также эти тюльпаны можно как бы применить. Взять какой-то либо вазончик, поставить их как вазочку, или же залить специальным раствором и сделать красивый топиарий. Будет очень смотреться красиво эти композиции на кухне, либо же в детской комнате. Также по одному тюльпанчику детки могут сами изготовить и подарить маме на 8 марта. До речі, ще до 8 березня, я думаю, що вже всі чоловіки почали готуватися, діташки роблять подарунки мамам. Що ти полюбляєш на 8 березня? Я люблю живые цветы. Я люблю живые цветы. Моя дочь, конечно, каждый год мне дарит всегда красивые живые цветы, хризантемы. И, конечно, мама, любая мама, всегда будет рада любому подарку, даже маленькой открыточке, любому тюльпанчику, ведь это так приятно. Все-таки весна. Отож, ми дякуємо тобі, Віка. Я нагадую, що сьогодні разом з нами у нашій студії ми робили ось такі гарненькі квіточки, а допомагала нам у цьому і проводила майстер-клас Вікторія Халілова. Вона флорист та дизайнер студії декору та флористики букетики. Дякуємо тобі, Віко. Спасибо вам огромное.